прыжок через двое сложенную скакалку. Для этого мы берем скакалочку. В одной ручке у нас два конечка, два узелочка, в другой ручке петелька. Исходное положение у нас ролевое. Ручки наверх, локти обязательно прямые. Прямыми ручками делаем круг, двумя ножками одновременно перескакиваем через скакалочку. Ножки обязательно хорошо согнуть и подогнуть стопы под попу, иначе скакалка будет цепляться. И сделать еще раз исходное положение. Руки прямые. Носочки тянем, пятки под попу. Кому это легко, можно попробовать сделать несколько прыжков подряд. Главная ошибка, когда сгибают локти и наклоняют корпус вперед. Прыгаем прямой спинкой с прямыми ручками.